Этапы и особенности создания социально ориентированного бизнес-проекта от идеи до продвижения продукта обсуждают состоявшиеся и начинающие предприниматели, участники акселератора социальных проектов. Занятия проходят под руководством опытных бизнес-тренеров. Мы занимаемся их образованием. Одновременно у нас консультационная площадка. То есть ребята обмениваются опытом, определяются, каким образом развиваться. И самое главное, формируют в своей голове идеи по поводу развития собственного социального бизнеса. Это уже второй этап акселератора социальных проектов. Он проводится при поддержке информационного альянса «Атомные города» на территориях присутствия госкорпорации «Росатом». Заречный стал четвертым городом, который присоединился к этому проекту. Первый этап акселератора «Креатив-сессия» состоялся в июне. Представители городской общественности высказывали идеи и искали сферы для организации социального бизнеса. Социальное предпринимательство – одно из перспективных направлений. Это не только прибыль и налоговые отчисления, но и развитие городов и простор для творчества и создания новых проектов. Охватывает очень многие сферы общественной жизни. И многие, то есть состоит из очень многих областей и граней применения. То есть это как та же медицина, то есть любая сфера связана с социальными потребностями, то же самое образование, наука в том числе. У жителей территории есть проблемы. Если бизнес направлен на решение этих проблем, и он социально грамотно выстроен, то плюс от этого всем. И предпринимателям, которые его реализуют, и жителям города, и администрации территории. Теперь участники займутся разработкой и оформлением своих идей. Акселератор социальных проектов дает предпринимателям возможность пообщаться с компетентными людьми, просчитать риски своих бизнес-моделей, расширить кругозор и научиться новому. Я для себя уже познакомился с довольно-таки интересными, очень перспективными людьми, которые в целом имеют все шансы победить в довольно-таки конкурентоспособном на конкурсе. И я абсолютно уверен, у каждого из проектов есть будущее. Второй этап акселератора социальных проектов будет длиться 4 дня. По его итогам отберут не менее 10 разработок, которые примут участие в третьем туре и поборются за финансовую поддержку. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».